Группа из 8 молодых ученых Казанского федерального университета под руководством кандидата химических наук Анны Порфирьевой разрабатывают ДНК-сенсоры. Это небольшие миниатюрные устройства, которые позволят определять лекарственные препараты. В частности, это те препараты, которые связаны с химиотерапией. Разрабатываемые ДНК-сенсоры будут представлять из себя простые устройства, которыми смогут пользоваться как врачи, так и сами больные для диагностики необходимых параметров. Ну вот те, которые сейчас в разработке, это представляет собой небольшой дисковый электрод из стеклоуглерода, который находится в корпусе из тефлона. То есть это, в принципе, достаточно стандартная форма, такая дисковый электрод стеклоуглеродный. Анна Порфирьева считает, что у проекта большое будущее. Хотя этой темой занимается достаточно много ученых. Такие исследования все равно очень востребованы. В процессе химиотерапии у каждого человека свой организм, свой обмен веществ. Подбор препаратов тоже у нас не всегда на самом деле происходит индивидуально. Да? То есть эти сенсоры позволят контролировать содержание биологических жидкостей вот этих препаратов. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз.